Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра организации фармацевтического отдела. Тема лекции – правовые основы регулирования фармацевтической деятельности. План. Первое. Конституция – основной закон государства. Второе. Основные принципы государственной политики в сфере обращения лекарственных средств. Третье. Категории фармацевтических аптек. Четвертое. Лицензированные требования и условия ведения фармацевтической деятельности. Конституция Республики Узбекистан в системе правовых актов имеет высшую юридическую силу. Прямые действия и применяются на всей территории Республики Узбекистан. Законы и иные правовые акты не должны противоречить Конституции. Государственное регулирование медицинских и фармацевтических деятельностей осуществляется путем проведения государственного контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью, лицензирования медицинских и фармацевтических деятельностей, аккредитация в области здравоохранения, аттестация физических лиц, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность. Основные принципы государственной политики в сфере обращения лекарственных средств являются охрана здоровья граждан путем государственного регулирования отношений в сфере обращения лекарственных средств, обеспечение равенства прав граждан на получение безопасной, эффективной и качественной лекарственной помощи, обеспечение населения основными лекарственными средствами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Критерии для определения категорий и структур аптек. Аптечных складов являются объем и виды осуществляемой ими фармацевтической деятельности. По объему и виду фармацевтической деятельности аптеки подразделяются на три категории. Для осуществления видов деятельности, указанных для аптек первой и второй категории, организуются следующие структуры. Подразделяются в аптеках первой категории отдел запасов лекарственных средств, рецептурное производственный отдел, отдел реализации готовых лекарственных средств, отдел реализации лекарственных средств без рецепта врача, отдел очковой аптеки. Структура подразделяется в аптеке второй категории отдел запасов лекарственных средств, отдел реализации готовых лекарственных средств, в том числе отпускаемых без рецепта врача, отдел очковой оптики. Лицензия – это документ специальной учетной записи, имеющий собственный уникальный серийный номер. Лицензия выдается конкретному юридическому или физическому лицу, выдача лицензии другому юридическому лицу, физическому лицу запрещена. К видам фармацевтической деятельности, лицензируемые в соответствии с настоящим положением, относятся производство лекарственных средств и медицинских изделий, производство лекарственных средств и медицинских изделий, исследования в области разработки лекарств, медицинских устройств и поисковая работа, контроль качества лекарственных средств и медицинских изделий делать. Розничная торговля лекарствами и медицинскими изделиями, оптовая продажа лекарств, оптовая продажа медицинских изделий. Контроль за соблюдением требований лицензированного соглашения, строгое соблюдение законодательством о фармацевтической деятельности, осуществляет деятельность в рамках видов деятельности, указанных в лицензии, а также в соответствии с лицензионным соглашением, адресами. Общие сведения о сертификации товаров и порядке их передачи. Слово «сертификация» на латыни означает «сделано правильно». Процесс сертификации выполняется, чтобы убедиться, что продукт выполнен правильно. Сертификация – это процесс письменного подтверждения третьей стороной того, что продукт, процесс и услуга соответствуют указанным требованиям. Правовой основой сертификации лекарственных средств является закон Республики Узбекистан о сертификации товаров и услуг, о защите прав потребителей, о лекарственных средствах и фармацевтических деятельностях. В
постановление кабинета министром. Управление частными аптеками. Основная цель разгосударствления и приватизации аптек в Республике Узбекистан – бесперебойное и полное обеспечение населения лекарствами и медикаментами. При этом бизнес-руководителя и других сотрудников каждого предприятия направлены на развитие производства, в полной мере используя их предпринимательскую деятельность. Спасибо за внимание.